огромный привет. Только вернулась из Москвы и сразу спешу поделиться своими эмоциями. Они самые-самые замечательные, самые положительные. Я была на съемочке программы «Блок-шоу». У нас был очень интересный выпуск, интересная тема программы. Я сама с удовольствием посмотрю конечный результат, что получится. Вообще жду премьеры программы, потому что, ну, хочется на всех девчонок посмотреть, не только на себя. Очень рада, что встретилась с девочками, вживую пообщалась. Все такие умнички и красавицы, девочки. Я очень надеюсь, что это был не последний наш, была не последняя наша встреча, и что у нас будет возможность видеться гораздо чаще. И спасибо девчонкам, которые пришли поддержать нас. Это наши подписчицы, просто чудо девочки, и я очень рада вообще, что вы есть в нашей жизни. Я увезла просто гору подарков и обязательно покажу их вам в этом видео. Так, мельком покажу, какое их количество огромное. Я не знаю, буду делать обязательно обзоры. Впечатлила меня Москва, конечно, своими пробками. Это просто что-то невозможное. Я думала, что в Киеве у нас пробки, но Москва просто переплюнула Киев. И, честно говоря, если сравнивать, то у нас пробок просто нет. Я остановилась за городом, и дорога туда и обратно занимала у меня около 5 часов. Это просто невозможно. Я не знаю, как можно в день столько времени проводить вообще в машине. Это, скажем так, это даже вредно для здоровья. Не то, что времени столько занимает, но и вредно. А еще, девчонки, знаете, что меня удивило? Я зашла в аптеку и увидела у вас такой продукт, как биомороженое. Честно, реально удивила, потому что я впервые вижу такое. И было приятное удивление. Классно, что у вас, оказывается, в продаже косметика NYX есть. Я не знала этого, честно. Я думала, что ее только можно заказать через интернет. Но вот было интересно увидеть просто стенд. Так что любительницам NYX, конечно, повезло. Сняла немножечко бэкстейдж для вас, какие-то моменты моего пребывания в Москве, так что я предлагаю перейти к просмотру.